2 ноября около 15 часов дня по улице Юных Коммунаров в районе улицы Победы произошло чрезвычайное происшествие. В пассажирском автобусе, работающем по маршруту Забойский-Прикубанский, начался пожар. Огонь за считанные минуты охватил транспортное средство. Вовремя отреагировав, водитель успел остановиться, покинуть горящий автобус и сообщил в единую дежурную диспетчерскую службу. Немедленно отреагировав на обращение, на место прибыли пожарные, специалисты МЧС, полиция и скорая помощь. В кратчайшие сроки пожар был потушен. К счастью, в момент происшествия пассажиров в салоне автобуса не было. По данным единой дежурной диспетчерской службы управления ГУЧС Славянского района, возгорание произошло вследствие неисправности электропроводки. Транспортное средство восстановлению не подлежит.